Мороз Алексей, я ведущий специалист компании «Кровмонтаж». Наша компания начинает новый очередной проект под названием «Строим каркасный дом» вместе с компанией «Кровмонтаж». Здесь получилась ситуация, заказчики приобрели этот дом в таком виде, пользовались, значит, к ряду несколько лет. Здесь много недостатков. На территории имеется газ, в принципе, хороший деревенский дом, но зимой они в полной мере пользоваться домом не могут. Неуютно, холодно, здесь вообще нет теплоизоляции. Мансардный этаж, он не утеплен, как оказалось, и зимой очень жутко холодно, тепло все уходит, так сказать, обогревает улицу. Второй аспект, ну, посмотрите, хороший деревенский дом, но у него практически нет лица. Ну, что это такое? Какая-то бесформенная крыша, значит, и стены тоже холодно, через стены проникает холод. И, значит, мы пришли совместно с заказчиком к такому решению, дабы и дом приобрел лицо, сделать второй этаж каркасным. Первый этаж, он состоит из бруса 150 на 150, и обложим кирпичом в пол кирпича и оштукатурим. Мы решили второй этаж сделать, надстроить каркасным, сделать каркасного типа. Утепление будет 200 миллиметров, сверху сделать четырехскатную кровлю, чтобы дом стал повыше, поинтереснее, вставить пластиковые окна, значит, что там еще, новую перегородку, перепланировку, соответственно, сделать. И дом приобретет новый вид. Хочу показать наглядно, так как у нас сегодня первый день, он вводный, я вам расскажу, что мы будем делать, какие планы у нас. Сегодня мы занимаемся, мы здесь размещаем рабочих, ребята носят мебель из дома, так как здесь консервация, там накрывают пленкой то, что нельзя вынести. Прекращаем подачу электроэнергии на второй этаж и так далее. Значит, смотрите, вот это крыльцо будет сноситься сразу, это мы будем переделывать. И наращивать будем каркасный дом именно по границе гаража. В принципе, дом будет квадратный, 10 на 10. И работает. Да, кирпичную трубу камина придется тоже докладывать, но наращивать. Обязательно смотрите наш проект, потому что сроки у нас ограничены. Сейчас 14 апреля, у нас срок первого этапа кончается в конце мая. И мы будем вести подробный отчет, как у нас идут дела на этом объекте, что происходит, какие трудности. Потому что трудности я предвижу. Здесь практически мы двигаемся вслепую, мы не видим, что находится под крышей. Здесь придется работать в режиме онлайн. Мы будем в конце мая мы должны закончить этот этап, как я говорил. Стены поднимем, дом на 2 этажа, стены будут утеплены, вставлены окна и перегородки. И сделана крыша. Вот в этом заключается первый этап. Алексей, может быть, предварительный план-чертеж мы представим нашим? Ну, я понимаю, что руками тут машешь, ничего не понятно, но попытаюсь немножко изобразить вот наш, так сказать, дом в 3D-проекте. Вот здесь мы надстраиваем второй этаж. Над гаражом у нас будет, мы сделаем пологую двускатную кровлю. Вот. А здесь тоже такую не сильно высокую пологую кровлю. Значит, здесь мы перенесем окошко с фронтона сюда. Здесь тоже появится. Мы еще точно не знаем, все будет зависеть от как пойдут обрешетки, на что их, значит, опереть. Ну, такого плана будет дом. Значит, вот там имеется 2 окошка на первом этаже. С крыльцом мы еще будем работать. Четкого понимания, что будет с крыльцом, в данном этапе у нас пока не заложено. Вот надо посмотреть. Над гаражом мы это разрушим, будет сделаем пологую крышу, потому что мы решили
помещение, комната над гаражом, она особо холодная, потому что гараж не отапливается. Здесь тем более навес. И просто решили убрать это помещение. Да и заказчики говорят, что им два этажа вполне хватит, семья у них не особо большая. Ну вот так схематично я нарисовал. Проект будет очень интересный. Подключайтесь тоже, смотрите. Как я говорил уже, сроки здесь сжаты до конца мая. Сейчас середина апреля. Мы должны первый этап постройка каркасного этажа и кровли мы должны закончить. Ну, с перегородками. Вставка окон и так далее. Так что будем делиться с вами нашими трудностями и так далее. Я думаю, вам тоже будет интересно. Кто еще не с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не жалейте нас в комментариях, потенциальные заказчики, звоните, сделаем кровлю и каркасный дом очень хорошего качества. До новых встреч, с вами был Крупмонтаж, меня зовут Мороз Алексей, я оператор. Василий. Счастливо.